Компания «Форос» занимает лидирующее место в России по объему поставок пропанта. Мы достигли значительных успехов, и сегодня уже никто не сомневается в высоком качестве наших продуктов. Мы знаем, что лояльность и уважение клиентов не приходят случайно. Наши инженеры каждый день работают над новыми продуктами и непрерывно совершенствуют уже созданные. Задачи данного структурного подразделения входят подача и дозирование материала в печь, термообработка серпентинита с последующим транспортировкой его на усреднительный склад. Мы достигли высокого качества, используя альтернативное, более экологичное и технологичное сырье, позволяющее получить пропанты с уникальными свойствами. Сухолужское подразделение «Форос». Основные задачи подразделения – выпуск пропанта-сырца. На заводе имеется 9 технологических линий. Производительность одной технологической линии – 3700 тонн. Производительность в месяц – 32 тысячи тонн. Численность персонала на сухолужском подразделении – 650 человек. Персонал, обслуживающий мокрую технологическую линию – 9 человек, обслуживающий сухую технологическую линию – 5 человек. Производство пропанта безотходное и соответствует всем экологическим нормам. На предприятии действуют две лаборатории – лаборатория исследований и эко-аналитическая лаборатория. Основными задачами лаборатории исследований является подбор и отработка новых составов шихты с целью улучшения качественных характеристик готовой продукции, а также физико-механические испытания готовой продукции. Эко-аналитическая лаборатория занимается контролем условий труда, а также выбросов в атмосферу. Никогда не останавливаясь на достигнутом и внедряя новые технологии, уже в следующем году наша компания готова представить нефтяной отрасли всего мира совершенно новый, отличный от всего, что было раньше, вид пропантов. Его производство начнется как в России, так и в Северной Америке. Достижения компании «Форос» в создании химических реагентов для гидроразрыва пласта заслуживают уважения. Всего за год мы смогли получить продукты, не уступающие мировым аналогам. И сегодня заканчиваем разработку новых компонентов с великолепными характеристиками, которых не смог получить никто в мире. Алабайское обособленное подразделение «Форос Химия» производит сшиватели, гелеобразователи и стабилизаторы глин. На предприятии работают 102 человека. В смену на производственных линиях занято порядка 20 человек. Месячная производительность 650 кубов готовой продукции. «Форос Химия» сегодня – это компания, которая предлагает большой выбор качественных химических реагентов для гидроразрыва пласта собственного производства. В стремлении быть сильным производственным партнером сервисных компаний, обеспечивать химический консалтинг онлайн, производить уникальный продукт по эксклюзивному соглашению, быть ближе и доступнее, в 2007 году было основано подразделение «Форос Химия» как залог успешного развития химического направления компании «Форос». Множество перепродавцов зарубежных технологий конкурируют на рынке поставщиков химических реагентов для бурения и гидроразрыва пласта. И даже невысокая стоимость, а отсутствие гибкости предлагаемых рецептур продуктов осложняют возможность их эффективного применения.
мы благодарим всех, кто работает с нами и доверяет нам.